Привет, друзья! Сегодня я вас познакомлю с очередным шедевром украинских новостей, в котором они рассказывают об ужасах эпидемии в России. И в конце ролика, как всегда, будет самое интересное. Нет, они не стали рассказывать об Италии или Испании, где сегодня десятки тысяч заразившихся и тысячи погибших. Они взялись за Россию, у которой, по их мнению, сегодня больше всего проблем. В общем, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Тоді, коли у світі COVID-19 щодня вбиває тисячі і більшість країн закриті на суворий карантин, у російській столиці досі працюють розважальні заклади і гуляють вечірки. В одному з тутешніх барів навіть готують коктейль із назвою смертельної хвороби. Хоча медики вживати алкоголь зараз не рекомендують. На касах у супермаркетах виникли довжелезні черги. Люди годинами стоять, щоб купити консерви, продукти тривалого зберігання, напівфабрикати, крупи та туалетний папір. У соцмережі викладають фото порожніх полиць. А поки звичайні росіяни запасаються їжею, заможні скуповують апарати штучної вентиляції легенів та облаштовують удома приватні реанімації. Лист очікування на обладнання для ШВЛ розписаний уже на півроку уперед. Усе через те, що у більшості російських лікарень жахливі умови. Замість окремих боксів, як це зазначено у протоколі лікування COVID-19, пацієнтів запроторюють у загальні палати, де лежать люди із невизначеним діагнозом. Елементарних медикаментів не вистачає, тож пацієнти змушені купувати їх самі. Наша девушка-корреспондент, наверное, слишком долго живет в России и уже позабыла, что когда идешь в украинскую лекарню, то с собой в обязательном порядке нужно нести клей ПВА, бумагу, резиновые перчатки, вату, средства для мытья посуды, мыло и на всякий случай веревку. Я не спорю, что в России есть старые поликлиники, как, например, в поселке Таежном Богучанского района, куда мне пришлось недавно обратиться. Но в километре от нее уже строится новая и современная больница. Для тех, кто не понял, где это, поясню. Это у черта на куличках, в 500 километрах на север от Красноярска. Да, с дорогами там, конечно, сегодня проблема, но по зимникам и грунтовкам там отлично сегодня колесят полноприводные скорые. А вот заднеприводные украинские швидки от фонда Рината Ахметова почему-то не особо хотят куда-то ехать. Майже 5 годин викликали швидку до хворого на коронавірус. На Тернопілі COVID-19 діагностували у 68-річного чоловіка. Коли йому стало зле, родичі обривали телефони швидкої, але виклик не приймали. Мовляв, там усе село заражене, тож не приїдуть, розповідають родичі. Да ну нафиг, це все російська пропаганда. Это же вражка епідемія, а на Україні все живі-здорові, все отлично, сказав Слава Ковтун і остався жити в Москві. Но справедливости ради хочу заметить, что не все украинские врачи сегодня забили болт на инфицированных. Некоторые все же помнят о клятве Гиппократа. Лікарям Чернівецької лікарні, де одужав перший пацієнт з коронавірусом, вручили диплом Національного реєстру рекордів України. Когда мне говорят, что Россия не особо отличается от Украины, и здесь все практически так же, меня от этого, честно говоря, начинает просто бомбить. Вы, дебилы, в каком вакууме живете? Вы посмотрите на свою цивилизованную Европу. Там ледовые арены сегодня переделывают в морги, в то время как Россия и Китай строят новые инфекционные больницы. Пока ваши украинские врачи боятся ехать к инфицированным, а люди в них бросают камни и выбрасывают с автобусов, наши волонтеры-врачи приходят на помощь людям пожилого возраста, которые находятся сегодня в зоне риска. В питерском штабе волонтеров, готовых помочь, пока больше, чем просьб о помощи. К общероссийской акции взаимопомощи присоединились уже сотни учреждений. Это и частные предприятия, и общественные организации. На информационном портале «Мы вместе» 2020.рф собрана вся информация. Есть телефоны горячей линии. Каша с булгуром, митлов из говядины, соусом барбекю, куриные виточки. Это Москва. Крупнейшая в стране компания по производству готовой еды предложила бесплатно привозить свои ланчбоксы в московские больницы и кормить врачей. Сейчас они доставляют обеды и ужины медикам из института имени Склифосовского. Мы отправляем более 50 рационов. Это более 250 блюд в сутки. Во Владимирской области небольшая пекарня в городе Киржач решила бесплатно привозить горячий хлеб старикам в близлежащие деревни и села. Мы решили, подумали, пусть не поедят хороший, вкусный, честный хлеб. В Ярославле врачи-кардиологи частной клиники готовы выезжать домой к пожилым людям, проверять, консультировать. Что мы с собой берем в первую очередь, конечно, это ЭКГ-аппарат, позволяющий снять полноценную кардиограмму 12-канальную, оценить состояние работы сердца.
А в Волгограде юристы из Фонда защиты прав потребителей финансовых услуг бесплатно помогают предпринимателям. Объясняют, как договориться с арендаторами, избежать банкротства, по возможности сохранить бизнес. Мы понимаем, что есть много людей, у которых бизнес стал, у которых нет ответов на их вопросы. И, конечно, в этом контексте мы не можем себе позволить пройти мимо. Все консультации стараются проводить по телефону или онлайн. У волонтеров тоже свои строгие правила. Они всегда в маске, руки обрабатывают антисептиком, доставка только бесконтактная. Я даже не представляю, как Украина сможет пережить это вирусное испытание. Как обычный украинец сможет прожить в этом карантине? Это в России с этим нет особых проблем. Здесь, чтобы пополнить мобильный телефон, тебе не нужно бежать в киоск и его пополнять. Здесь все это делается онлайн. Вот я подошел, пополнил счет, иду домой. Вот это вся прогулка. Ну, раз надо так, значит надо. Это в России сегодня бабушки-старушки бесконтактным способом могут оплатить картошку на рынке. А на Украине все не так. Там до сих пор в основном все пользуются налом, а это дополнительные риски. А у нас даже машину можно заправить, не выходя из салона. Подъехал к заправке, зашел в приложение Яндекс.Навигатор, выбрал кнопку, вид топлива и сумму заправки. Нажал на кнопку «Заправиться», вот и все. Тоже можно делать и через приложение «Газпромнефть». Это и есть цифровая экономика будущего цивилизованного западного мира. Но для России и Китая, правда, это уже настоящее. Посмотрите, как Китай за 10 дней построил больницу в 50 тысяч квадратных метров. Кто еще на это способен? Строительство инфекционной больницы в Новой Москве идет круглосуточно. Ускорить работу решили из-за угрозы быстрого распространения коронавируса в мире. Больница рассчитана на 500 мест. У нас работает 5000 человек. Мы строим примерно 50 различных зданий, в которых будут лечить больных коронавирусом. 500 мест можно увеличить до 630. Все они будут оснащены оборудованием для интенсивной терапии и аппаратами искусственной вентиляции легких. Власти Москвы обещают, что инфекционную больницу достроят к 15 апреля. Помимо лечебных корпусов возводят лабораторные и хозяйственные блоки. Также здесь будет корпус реанимации. Да, за 10 дней мы не уложились. Планируем построить где-то за 30. Но нужно учесть тот факт, что она по площади 80 тысяч квадратных метров, а это в полтора раза больше, чем китайская. И строится более основательной, утепленной. Ведь у нас здесь не южные широты Уханя, а северные. Так что, друзья, я не уверен, что у китайцев получилось бы быстрее. Но это даже не главное. Важно то, что в сложной мировой обстановке руководство России и Китая показывает свою максимальную эффективность. Где ваша объединенная, блин, Европа? Где ваша взаимовыручка? Почему Польша с Чехией дерибанят гуманитарные грузы, предназначенные для Италии? Почему наши, кубинские, китайские медики могут приехать к итальянцам на выручку, а остальные нет? При том, что Италия – это страна НАТО, а наши страны – нет. Где ваша крутая медицина, о которой мне тут поют много лет уже либералы изо всех щелей? Вот такая вот она, объединенная и цивилизованная Европа. На что, конечно, сведомый украинец не возразит и скажет, что это все пропаганда, потому что у него взгляд на эпидемию совершенно другой. В Украине Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию. И теперь приезжайте в город, стоит блокпост, там будет национальная гвардия, что там полиция, представители врачи, которые будут мерить вам температуру, проведет самообработку автомобилей. Верите в это? Я в это не верю. Что будет? Приезжайте на лапу далее, поехали дальше. Все. Да, действительно, в этом хаосе, сразу говорю, ребята, все, кто будет стоять на блокпостах, взятки любят, так что не беру проблема. Все, кто занимается спекуляцией продуктов, цены поднимайте, не проблема. Кто занимается спекуляцией лекарств, еще больше. То есть, грубо говоря, если вы сможете неплохо заработать, они заработают миллиард. А вы можете заработать сотни тысяч. Действительно, в этих условиях заработать на карантине, на бардаке, на этом чрезвычайной ситуации можно шикарно. Вообще в таких условиях шикарно. И заработать. Но запомните, знаете, война все спишет. Коронавирус все спишет. Все. Любое ваше преступление, любое, это будет списано. И здесь с ним сложно не согласиться. Це справжня свідома логіка. При виборі жизни или кошелек они обязательно виберут денюжки. Тисячі захисних масок щодня йдуть у смітник після використання. Та незабаром ці уживані одноразові пов'язки можуть знову з'явитися у продажу, бо вже є відчайдухи, які збирають їх і можуть навіть перепродавати. А тепер задумайтесь, к чому весь этот бізнес приведет, особенно в світі останньої інформації.
Друзья, всем привет, добрый день. Хочу прокомментировать вам продолжение карантина еще на 30 дней, до 24 апреля. Поверьте, это не конец, потому что вот я сегодня был на очень важной встрече, где выяснил очень неприятные цифры. С момента заявления о закрытии границ 13 марта в Украину за 2 недели въехало почти 1 700 000 человек из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Нас, українців, в усьому світі 65 мільйонів. І ви дуже потрібні нашій державі. Тому ми запускаємо нову державну програму «Повертайся і залишайся». Дуже багато людей в'їхало із стран Западної і Центральної Європи, яка зараз поражена вспышкою коронавірусу. І ми просто обезпечили приток в страну ешелона смерті. По суті, эшелона людей, которые сейчас один за одним будут выявляться в качестве зараженных коронавирусом и заражать других. А все почему? Потому что въезжающих из-за рубежа никто на коронавирус не тестировал, и им тупо проверяли температуру, и на общественном транспорте спокойно себе отправляли домой. Один мой знакомый, который сегодня проживает в одном из сел Буковины, которое, кстати, закрыто на полный карантин, объезжая блокпосты, спокойно катается на работу. Ну, что тут еще скажешь? Слава Україні! З білими крилами на плечах, блимавкою на голові та українським прапором за спиною. Так вулицями Чернігова на велосипеді їздить громадянин Росії. В Україну приїхав, бо на батьківщині йому загрожує в'язниця. Дорослий чоловік їздить по Чернігову з величезними крилами за плечима та блимавкою на шапці. На обличчі різнокольорове татуювання. От убіждень і от цих деревьев, які там, ви бачите, у мене їх всі їх там 4, да тут ще парочка. Це дерево дружби. Називає себе древархом, скорочено від «Древесний архангел». Каже, він людина дерево, бореться за екологію та відновлення природи. Щоб помисли наші були чисті і слова не розходились ділами. Тобі ж не мусориш там, де живеш. Півроку тому Андрій Христофоров приїхав до України з Росії. Там він у розшуку. Виступав проти будівництва сміттєвого полігону в Архангельській області. Тому що я саджав дерев'я в містах, які не завжди нашим чиновникам були удобні. Це на помойках, це на мусорних териконах, це на всевозможних свалках. Живе Андрій у друзів під Черніговом. Містом їздить завжди з крилами за плечима. Спеціально для сьогодні показує, як вони влаштовані. Ну так от ми їх стираємо. От молнія, знімаєшся, от звичайна проволока. Блимавка на голові працює від акумулятора. Його Андрій возить з собою на велосипеді. І хоча їздити з проблисковими маячками простим громадянам не можна, поліція до екоактивіста претензій не висуває. Правилом дорожнього руху передбачено використання спецсигналів саме на транспортних засобах. Оскільки у нас зараз йде мова безпосередньо про громадянина, тобто про живу людину, то це така форма його самовираження і, в принципі, вона навпаки йому допомагає бути видимим під час його поїздок. Чернігівці на крилатого велосипедиста реагують з подивом, але позитивно. Ну, весело, щастя людям дарить чоловіка, що... Ну, якщо він адекватний, то добре. Якщо він адекватний, сказала вона. Це був Євгеній Мід. Берегіть себе, залишайтесь вдома. А я же, в свою чергу, постараюсь для вас відео робити немного почаще.